Это видеоблог. Нечего тебе сказать. Там-там-там. Сон – это необходимость для людей, понимаете? Желательно еще удобной, хорошей кровати. Если этого нет, то все. Так что, Леночка? У нас есть шампанское. Оно не входит в бесплатное, но, кстати, между прочим, блюд французское. Вот, возможно, мы это отпразднуем. Что у нас шикарный, красивый домик. Прекрасный кондиционер. В ванной вообще все есть. Даже кофеварочка тут. Вид на соседей. Все, ой, кстати, здесь для белья, что ли, для полотенец, наверное, да. Я точно не видела такого. Ну, пойдем туда, там у нас вид красивый. Вот, это вот рабочее место. Руслан будет здесь сидеть и работать с видом на шампанское. Угу. Либо на диванчике. Либо как-то вот так мы сейчас сделаем. Ну, не суть. Либо вообще-то на балкончике. Что у нас очень мягкая кровать, да. Как это сейчас открыли, главное. А ну-ка. Не каждый балкончик открываешь. Так, так, так. Даже лестница имеется. Ну что, классный, будь наверно. Можно, наверное, отсюда работать. С лежака, если Wi-Fi будет доходить. Да, причем здесь весьма удобно, потому что здесь жарко сойти. Во-первых, ну, это как бы стол и туда, если что, двигается. Вот, а можно и еще. Влезет кляп или не влезет? А, не влезет. Ну, типа, даже так можно. Комната для переговоров. А вот это вот, типа, дорожки для лифтов. Они тут все огибают. И сверху 6. Вип-люкс, лахари. Записываю, как это происходит. Ага. Как ты поняла, что едет? Там видовые по дорожке. А точно к нам едет? Ну? Ну вот едет. Мяу. Это ж не гольф-кар. Это не гольф-кар. А что? Возьму один, ты возьмешь другой. Да-да-да. Ничего себе, вот эта маневренность. Да. Yep. Yeah. Куда? Давай сначала туда, да. Ну, не... Вот это вот только аккуратненько. А трогай пальцем вот что-нибудь туда, да. Ты слишком нежно ее трогаешь. Мне жалко. У нее же стресс. Нет? Блин, прикольно. А что, можно такой куст дома вырастить? Я буду его трогать. Твой стресс снимать. Да. Нифига. А что такое? Почему она так делает? Чтоб коробка, я не видела. Это видеоблог. А что я могу вам сказать, друзья? Вы все и сами видите. Коечки, пледик. Я надеюсь, что это чистое постельное белье. Даже если нет, оно выглядит как чистое. Кондей Кондеич, мой лучший друг. И не один.
Так что, не знаю, контакт не близкий с соседями. Вот, видите. Так что я надеюсь, что не будет нас так трясти. И вообще, может быть, здесь даже Wi-Fi быстро. Наш еще один аэропорт. Жуковский. А так же? Такой же. Ну, чуть-чуть он побольше, ладно. Но он примерно такой же. У него, ну, относительно так же. Так. Блин, уж мы останемся. Ну чего, смотри, какая милота. У нас куча всяких штучек. Вот видите, на меня номер тут записан. Вот. А вообще, это историческое помещение, насколько в центре, соответственно, Бангкока, в колониальном стиле. Они поэтому сделали ремонт здесь, поддержав весь этот стиль. Вот. Но очень уютно, и теплые эти полы деревянные. Вот совершенно прекраснейшая ванна, где все. Вот в таких баночках, как будто медицинские. Прям вообще. Это очень мило, красиво, необычно и здорово. Вот. И мне кажется, что нас так нигде просто не встречали. Так тепло и так милейше. Вот. Чем-то вкусно мы руки помыли. Лемонграссом. Так что все супер. Будьте здоровы. Ничего необычного, просто робот. Моет. Да? О нет, он отвернулся.